Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Ребята, всем привет! У нас сегодня крутое испытание Мания Майки! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Итак, поехали. Нас ждут сегодня 7 увлекательных эпизодов, и давайте посмотрим, за кого мы сможем поиграть. Очень ограниченное число, ребята, злодеев, которые хотели бы хоть как-то отомстить за что-то Майки, я даже и не знаю, но они у нас все 100 уровня. А если вы хотите себе такие же, пишите нашему подписчику, ребят, ссылочка в описании к этому видео, уточняйте у него условия, и он вам обязательно поможет прокачать аккаунт, дать кучу баксов, мутагена, любого персонажа из магазина. Пишите, уточняйте условия, и он вам обязательно поможет. А у нас Антошка Зэк начинает нашу серию мощнейших атак. Шикарно, с одного раза выносит, но противники здесь слабенькие, но в конце будут мощнецкие персонажи, с которыми нам нужно будет сразиться, поэтому досмотрите это видео до конца, поставьте лайкусик, подпишитесь на наши каналы, ребята, и конечно же, поделитесь со своими друзьями в соцсетях. Итак, в принципе, всех мы разложили, осталась последняя волна, и крокодил наш крокодил. Ух, интересно, мы в конце будем сражаться с Майки, или кто же у нас будет боссом? Вот это очень большой вопрос, но это мы увидим уже в конце, так что давайте посмотрим, что за персонажи нас ждут здесь впереди. Первая волна, и это жучары. Жучар мы, конечно, сразу же раскатаем, вот такой вот... способность. Хорошо, мощная атака от Антошки. Хорошо, у нас здесь припасены массовые атаки, и они будут очень эффективны. Давай, кабалончик с красочкой, хорошо. Осталась последняя волна, и она достается нашему крокодильчику. А у нас здесь уже 3 майки, то есть в конце у нас все майки будут, все 5, ребята. И крокодильчик, кстати говоря, только что нанес 10 тысяч дамага одному из майки. Я даже не увидел какому, но дамаг был хороший. Красавец, красавец наш крокодил, ничего не могу сказать. У нас 3-й эпизод закончился, сырок, ну ничего страшного. Вебаксов, хотел сказать. А баксов у нас завалить. Да, спасибо нашему подписчику, кто хочет себе баксиков побольше, обращайтесь. И никогда, ребята, не заканчивайте играть, продолжайте. Сырка будет у вас много, запас будет огроменный. Так, стандартная расстановочка, Антошка Зэк красавчик, все четко делает. Да, хорошо, что он первый атакует, и у него массовая атака. А у нас у всех массовые атаки, поэтому здесь хоть куда ходи, хоть любым персонажем начинай, в любом случае раскатаем. Отлично, отлично, у нас здесь майки-фильм, майки обычный и майки классический, и мы их всех одолели. Это великолепная победа, и мы отправляемся дальше. Любишь крутые компьютерные игры? Заходи на наш канал Detol Hard Play. Ссылка в описании. И дальше, ребята, кого? Давай, может быть, немножко поменяем состав? Или кто? Ну, а что у нас здесь поменять? Здесь ничего не поменяешь. Что 3 персонажа осталось, которые мы не используем. Но я даже не вижу смысла их ставить. У них ни массовой атаки, ничего в них особенного нет. Ну, ничего страшного. Будем играть теми, которые у нас есть. И, кстати, не забывайте писать ваши составы в комментариях. Как только будет испытание, где будут все персонажи на выбор, мы сыграем именно за ваш состав. Так что каждый напишите 3 персонажа в столбик. Именно ваш комментарий, ваш составчик может попасть к нам в видео. Итак, Мондо Гекко, красавчик, в очередной раз раскатал всех. И крокодил. Но третью-то... волну ты должен одолеть. Давай, 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 крокодилище. Да, по 10 тысяч дамага наносит. И это великолепно. Победа хороша. И мы отправляемся дальше. Какой у нас уже по счету 4-й эпизод будет? Да, уже будет 5-й. А, 5-й, уже 5-й. Ничего себе, всего лишь 3 эпизода осталось. И мы увидим, какие противники нас все-таки ждут. Майки. О, уже 4 волны, ничего себе. А здесь нас ждут мотыльки. Наконец-то у нас кто-то еще, кроме этих 3 персонажей, сможет атаковать. И кто же это будет, Пиццелиции или Джастин? Давайте посмотрим. Здесь крысы, мотыльки, крысы, все плохиши собрались в одном месте. Супер, просто супер. 3-я волна. Здесь уже мутанималы подоспели. Да, мутанимальчики. Еще и морозильная кошечка, всеми любимая, которая тоже очень мощная у нас.
И вот они уже 4 майки, и один только Белконойт к ним затесался. Дружище, ты потерялся явно. Ух, Джастин хорошенечко дамажит, но не справился с майки, я даже не вижу за этой кляксой. Ролевичком. Майки-ролевичок, лучник наш Робин Гуд немножко смог дать отпор, но ничего, сейчас будут еще мощнее персонажи, еще сильнее будут дамажить, и шестой эпизод, поехали, 65 уровень, то есть следующие уже будут золотые. Так, 4 волны опять нас ждет, и по классике прям начинаем. Тараканчики, тараканчики получают разряд, и дальше у нас идут, ничего себе, первый раз вижу здесь маленьких грибочков. Погнали, ловите баллончик с краской. Баллончик с краской, и 3 персонажа осталось, видите, уже массовая атака не дает такой эффективности, и Пиццелисту даже еще и подлечить кого-то успел. Ну, он полностью себя оправдывает, красавчик, ребята, всем советую качать Пиццелисту, и массовые атаки есть, и помогает своим союзникам, просто оптимальный член команды. Да, добрячок, добрячок, хоть и такой немножечко несуразный. Ну что, у нас железноголовый здесь, и еще с ним мотыльки, но все получают хорошую атаку от крокодила. И осталась последняя волна. Погнали! Джастин практически всех разносит. Пиццелица его чуть-чуть подлечил. И пицца тайм! Победа! Победа, дорогие друзья, очередная. Погнали дальше. Поехали, и мы с вами отправляемся в заключительный эпизод, 7-й, где нас ждут майки 75-го уровня уже. Золотишки золотые. И здесь грибочки, и 5 волн, кстати говоря. Ого-го-го, то есть все майки соберутся вместе для того, чтобы дать отпор самым злым персонажам в этой игре. Погнали, Антошка Зэк, заряжай свою вот эту вот интересную гранату импульсную. Бам! Ох, промазал. О, вот так вот, уклонение, уклонение, 70 уровень работает. Уже отпор дают на противники. И мимо, до сих пор мимо. Да, интересный расклад у нас получается. И только-только вторая волна. Вторая волна, и здесь 5 тараканов, 5 таракашиков. И сейчас попробуем их разнести, но мне кажется, что не справится. Не справится, да, Мондагекко только заблокировал им способности. Не хватает немножко мощи у наших героев, но ничего страшного, поодиночке мы уж точно их всех раскатаем. Вполне, ребята, вполне, у нас сил хватит, но дальше нас ждет еще одна волна, и кто же здесь будет? Оу, 5 мотыльков, вот это поворот! Интересно, интересный поворот, и... Ой, я промахнулся чуть-чуть, но ничего страшного. Мощная атака от Кожеголового, но массовую мы сохранили. И, кстати говоря, Джастин сейчас у нас... О, один остался, бравый молодец. Ну-ка, давай ему тоже немножечко дамага. И четвертая волна. Тут у нас уже и Эйприл даже есть. Ничего себе, и Железноголовый, и Макман. Все в перемешку. Если ты любишь Лего... Подпишись на наш второй канал Detol Lego. Ссылка в описании. Ну что ж, а мы зарядим Эйприл по полной. Вот так вот заблокировали ей способность, чтобы она не могла никого отличить. Так, Мондагекко добивает. Осталось 4 персонажа. И у нас остается массовая атака. Мы ее используем. Шикарно, но дамага уже так много не наносит. Хорошо, что у нас еще есть одна массовая атака от нашего любимого крокодильчика. Кожеголовый, ребята, крокодильчик закрокодил всех, и мы с вами отправляемся вот сюда, вот, на последнюю волну, 75-й уровень, майки все в сборе, кроме фильма. Ну, вообще-то здесь 2 майки космоса, и многих кого не хватает. Странно, странно, они добавили, очень странно. Да, давайте да, оближем 2. Одного. 2 майки фильма, точно-точно. 2 майки космоса. Ой, 2 майки космоса. И нету фильма, и нету, получается, видения, да? Да, так вот и это есть. Поворот, вот это поворот. Но как так фильма-то и видения обделили? А зачем нам здесь 2 космоса, тоже непонятно. Да но... и из мультика нету, но... А, и из мультика тоже майки. Да, нету. Короче, они почему-то решили оставить их, походу, для другой... игры, но ладно, нам нужно их раскатать, и, скорее всего, это сделает наше тесто взрывное. Давай, Пиццелиций, покажи всем. И, конечно же, оу, победа, победа, последний эпизод пройден. И мы с вами
хорошенечко так всем затащили. Но испытание обычное, и персонажей здесь нам на выбор дается немного, ребята. Но, тем не менее, мы справились. Жалко, что не все персонажи у нас есть, мы не можем поиграть за ваши составы. Мы ждем, кстати говоря, когда появится такое испытание. И вы, ребят, не забывайте писать свои составчики. Три персонажа в столбик, и обязательно можете попасть к нам в видосик. С вами была команда Detol. Обязательно, ребята, поставьте лайк, подпишитесь на канал те, кто еще не подписан. Я вообще не знаю, такие ли есть. Надеюсь, что вы все уже нажали эту заветную кнопочку и еще и колокольчик нажали. До встречи в следующих видео, ребята. Пока. Пока.